За какой? Ну, мы ж ходим, типа, там этим статиком, типа. А, точно. Ну, это надо к Дэнчику обращаться. Надо было раньше сказать. Говорю. Ну, теперь уж все. Мысли. Ну, я скажу заранее, на какое-нибудь время. Не упал там щит, нет? Холи пал, элем, хулем, рольц. Дэн, я отойду на 5 минут. Давай. Не лони. Че, на распыл, что ли? Ну, на распыл рольц. На распыл? Сказали же одновременно. Вот из-за этого вы сдохли все. Ну ничего страшного, встанут заново мне. На опыте учится, что ж теперь. Вы куда, на Фрей идете или на Хадира? Куда бог пошлет? Мы пошли на Хадира. Заходим на Хадира опять. Пойдемте, сходим. Ройте, на Хадира. Хадира сходим. Зальем. На Ходора. Ходим до Ходера. И обратно. И обратно. Ходор или туда и обратно? Автор сочинения. Ходим мы туда и обратно, как хотите. А я думаю, в ВК никто потом не пойдет. Все. Куда? И ВК диск. А кто собирает? Я поняла. Кем пойдешь? Кем хочешь, чтобы я пошел? Кем давай, хочешь, давай так, пойдет? А кто есть? Кто есть? Ну, я бы Леон пошел. Сколько ДПС? Ну, 8-10. А сколько надо? 5-6. Денчик, смотришь, вы ВК-10? У меня хадви 200-й готов. Такими темпами у меня есть другие 209. Возьмем Владика с собой. Ну, 5К даю. Владик, у меня труболента. Твой труболента. Трубодена 18. 1500 ТПС. Ой, бля. Идем в АВК. Владик, ты готов? Давай 10К, это... Как повезем. Владик всегда готов, поэтому можно его брать с собой хоть на любой движ. Владик, ты... Кстати, ну он 12К дал. Где? Здесь. Когда? Да вот сейчас тут, недавно, на 8-м месте. На 8-м? Нихера себе. На 10 ступеней наверх поднялся, офигеть. А, я пиздобол, это за полный рейд он на 8-м месте. Это кто значит проебывается, пока он дамажит? Ага. Не говори. Идем? Сейчас, секундочку. Танки, любой двое, кто умеет в кишку бегать, плюсуйте. Самогон, ты бежишь в кишку? Хилы, плюсуйте, кто может бегать в кишку. РМ в кишку, в соло хилишь. Вам там лоб не нужен, кстати, в ВВК-10 на сегодня? Я просто смотрю, у вас 4 паладина, блядь, 2 друида. Душе не ебу. И один в запое. Так, и, естественно, получается у нас самогон, рэм и любые еще 4 ТДшника, РДДшник. Плюсуйте, давайте быстрее. Потрясный раз, Илони 2. А меня ты что не считаешь? А больше хилов не надо. А я не хил. Да, короче, Дэнчик сегодня вообще... Кто как не хил? Вот сейчас я... А, блин, тихоход, ёбаный. Да тут триходки, тихоходки, блин. Ну чё, полетели, потому что мне уже через 5 сейчас, минут выходить сейчас, надо сейчас, потихоньку. Секундочку. Тихоходка, потрясный, Нелони, Себаст, бежите в комнату, плюс самогон, плюс рэм, бежите в комнату. У вас там достаточно, по времени вас хватит. Что касается всего рейда, весь рейд стоит в центре,
А джомби контролит, естественно, моба плюс-минус. И дальше уже, когда босс спускается, естественно, весь рейд рассасывается. Не знаю, ты хочешь рыбу нам поставить? А ты умирал? У меня нет рыбы, она закончилась уже. Я не ем, но это просто. Приятного аппетита. Спасибо. Кушать. Слушай, прости, кто идет в комнату? Повтори, пожалуйста, Аджи. Я не иду, грим мест. Нет. Все, окей. Какой тебе РВК собой? СС, раскиньте, блять, лохи. РВК фармит, блять, а не РВК. Во, блять, своим. Какой тебе РВК, говорит? Ни ло, ни по губам. Так, ладно, по губам МФКшит. А, здесь, да? Какой паладин удалил? Все, давай, танки, пошли. Червя развернитесь только. Кто на позицию, сразу плюс-минус встаньте, чтобы заполивать. Дэн, я помню, остаюсь? Да, да. Ну, хочешь, с ними сбегай, если. Да я могу просто бегать в рейде с вами, вот так, как талисман. Ну, блин, это такой талисман, знаешь, такой, кто-нибудь хочет, говорит, анрол, ты им такой, по губам ей. Олег сейчас спрашивал, а когда я у льды не отошел, когда он говорил, что он просто так ходил. Я тебе говорю, я варом не буду вообще, блядь, играть, я манал. Комната влево. Олег просто не понимает предназначение своего вара. Комната вправо. Помощник РМ, да. Комната влево. Стоим слева. Комната вправо. Комната влево. Чё так долго? Вы не можете их убить. Мало людей, что ли? Да, мало людей. Мало? Маловато? Столько раз сюда ходил, было намного лучше. Бейте спок. Там дело не в том, что мало, просто вы можете раньше запулить, чем надо. Да просто два сдохло уже, нормально теперь. Ну, спокойно убьете, времени достаточно. 4 минуты есть. Рэм, в самом начале, что ли? Да, только этого большого убили. Меня надо было, наверное, туда послать. Труба Дэна, по губам быстрее идете, флажок поднимаете и сбегаете туда. Давай, в темпе. Побежали. Давай, труба Дэна тоже побежал. Флажок поднимай и деактивируй. Вместе побежите. Мефистофель тоже в ту комнату, если тебя там нет. Тут моб есть, он всех захиливает, его можно убить, конечно. Кого и надо первым убивать, того, кто с маной. Вы ну, что-то решили других побить, вы знаете. Вы же плюсовали те, кто знает, ребят. Вам еще двоих отправил, ну. Они, может быть, знают. Красный бить, зеленый бить. Я с Олегом держу. Там тебя Мефистофель разъебет. Да я ему не привыкать. Смотри, я как умею, блядь. Что, получается, получишь. Ну, без вас бы точно не убили. Ну, слава богу. Нам и не надо хаймоб, труба ДНМ.
Трубадена. У нас миликов дохуя людей, кто видишь, как не понимает, что здесь делать. Убили бы собрание, можно было бы и в ХМ, и на Торе посидеть. Чисто по фану, ЕП, ОД, вся хуйня. А чё там, вы как там вообще? Да, изи. Последнего моба бьём. Потрясный, ты в комнате умер? Не Лони тоже, да? По губам ты где умер? А кто пулит боссов? Пулит вообще, кто я последний помню. Бежит? Бейте, бейте, спускай. Босса главное поставьте нормально. Трэш залейте сначала. Трэш убейте быстрее. По губам поднимите, кто может, если он здесь умер. Геру сдайте. Гера пошла. Дистанцию держите, от молнии отходите, кто умеет. Есть, надеюсь, такие. Ну не в этом ряду. Чё страшно? Встать или как? Ну теперь можешь встать. Три ходки штука баксов поднима... Не надо, не надо. Не лони... Блять, одни милики падают. Ладно, похуй. Ребят, ну это же... Ну ладно. Это милики, это похуй. Они тут обязаны помирать. Владик спит уже, наверное. Владик? И вообще, вы, блядь, кастера, то что не убили, я ебу вам. Губам, что ли, дать? Там, блядь, милик стоит, босса захиливает. Почему его в таргет не берет? Да все уже, митку поставил, убили ее. Ой, блин. Ничего страшного, да, это не актуальный контент, поэтому... Актуально будет хуже. Да-да-да-да-да. Пойдете в ХМ, окунетесь, как говорится, охуеть не встал. Так в ХМе там 290 шмот, то есть он после будет вообще всего. Так я и говорю, вы когда туда придете, вы такие, шо, блядь, кто я нахуй? Что мы тут делаем? Я, блядь, на мелике умирал, а теперь я мелике не должен умирать, что ли? Это как нам? Ну, вестник, подними три ходки. Три ходки подними, Аларель. Ой, Мефистофель, каждый лабос. Так меня уебало на 5 этажах. Надеюсь, слышу. Массакру сдайте. Кого это волнует, о? Все, давайте идем дальше на Фрейю. Все, всем спасибо. И тебе, братик, спасибо. Это кто сказал у нас? А, я понял. Ну все, давайте, я тоже хорош. А у вас не 25-го лэла, да, Ги? 25-го. О чем масс рез? Так бой был. Бой идет. А, так почти. Вы можете встать, зачем вообще тут? Вы починьтесь в самом начале, я не знаю, зачем вы тут. Фигня какой-то занимаетесь.
только, пожалуйста, давайте Фрею обучим. Зачем? Пояс рольц. Да на самом деле можно и убить, если будут эти. А почему обычка? Почему? За что? Там так сложно? Там главное дерево. Вообще сложно убежать, что ли? Да там главное дерево жизни убивать РДДшникам, и все будет заебись. Да все фигня, грибочки. Блин, она в хейме вообще не сложно, по-моему, мне казалось. Там просто все надо вовремя. Ребят, мы попробуем. Если, опять же говорю, нихуя, то... То нихуя. То нихуя. Воин, охотник, шаман. Голова? Угу. Для коллег. Да, я отойду, я не знаю, минут на 5, на 7. Хорошо, давай. Попробую быстрее. ДК, гриппай большого, танк через остальных. Все играют большого, если что, цветочек. Только отведите танки, одну, отведите других. От мелких отведите, стан дайте диспелову сразу, масс диспел, давай фасом диспельте, оно сейчас охуеет там. Сразу залейте его. Это мне кажется, или у РЛЛ аж протрезвел? Да не, братан. Голос там более четкий. Да не, я не протрезвел. Более ближе стал. Не, просто я чё хочу? Я хочу просто, ребят, чтобы, как говорится, Везекса, Хэма полутали некоторую тринку, для кого-то они бисы, для кого-то нет. Поэтому по времени максимально выиграть, как говорится. Я думаю, дохуя у нас кастеров, которые желают. И... Ну, блин, ты про вспышку покажешь? Угу. Ну, она хреново прокает. Да у меня постоянно прокает. Я говорю, она для кого-то... Она раньше хуёво прокла, сейчас заебись прок. Погоди, сейчас цветочки отойдут. Погодите. Кидай щиточек, паладин, сразу. Ага, большой, поехали, молодцы. Ну, типа, если не столь так кому-то надо, то, ребят, плюсанить кому не столь так надо, мы, типа, долго сидеть не будем, типа. Я бы не сказал, что это слушай, да, скажу так. Я подписался на ЕВК, и думаю, не уснуть бы. Уснёшь, братик, уснёшь. Погреет. У меня это 11 вечера начало. А чё, а сегодня ЕВК 10? Не, как? Сегодня. А, сегодня? Сегодня. Десятка, да, у вас? Не знаю, я просто подписался. Смотрю, там одни паладины, думаю, да, я разбавлю. Здоровым цветом. Там, по идее, должен шаман быть, Энх Кирогас. Который, типа, с нами, но в субботу он не может, типа, пусть. А кто эту десятку собирает? Врочка. А, другой РЛ, да? Да это не РЛ, это просто... Да, человек. Это просто Врочка. Раз-то вроде. Если хотите попасть, то сразу пишите РЛом. Там вот Прочка, Джомбик и кто-то еще. И Боди еще. Стойте. Вы отбегите от нее быстрее. Не забегайте сюда, она сейчас идет в лужу. В лужу она сейчас идет. Сразу Фрост, Ауру и туз дайте ДКшники по луже. И по луже по краю бежим. По краю. Блять, когда ее сделаешь, она бегать реально начала уже 2 кд нахуй. Ебанутый стал. Гриппайте сюда, цветок. Заливайте цветок, сразу его диспельте, фуллстань. Выгрипните оттуда, Альва. О, еще другие идут. Давай, быстрее. Ладно, убили. Ой, бля. Ну ничего страшного, сейчас пойдем просто не через босса, а просто налево повернем. Вдыхайте быстрее.
Вот когда находить начала, всех людей с пантологией взбивать начала. Джемби, а завтра есть очередь какая-то на токен ДКшный? Я ничего тебе сказать не могу. Мне в личку никто ничего не писал. Поэтому все в рейде, все, они все линкуются, все смотрится, как бы. Поэтому я ничего искать не могу. Окей. И опять же, это все ЕПГП, и то есть, если у него меньше, чем у тебя, допустим, премии того же количества, что у... Вот, допустим, у него 3, и у тебя 3. Ты чаще ходишь, и, естественно, по ЕП ты уже больше, чем он. И по приору, то ты заберешь. Поэтому точно сказать ничего не могу. А паладины и даггеры не носят же? Короче, ладно, давайте танки залетайте мобов. 4, а скоро уже вторая доза пиваса ждет. Диспел. Прохил. Угу. Ничего страшного, сразу встаем, бежим, ничего. Хламобота поставлю. Череп, заберите цветочек, цветочек с рейда выгребайте, пожалуйста, кто может. Ой, бля. А кто Фрей загрел? Ложимся. Кто Фрей загрел? Может, пет чей-нибудь? Может. Чё страшно, ложимся, давайте быстрее. Да умри по губам, не беги, не заивейдишь ты, босс. За кем-то бежит, по-моему. Войд за тобой бежит. Ждем, когда Войд умрет. Хлебушек. Труба Дэна. Что такое, вы вайпнули, что ли? Да люди встают, бегут. Стойте, ребят, стойте, куда вы побежали? Вон дерево бежит к вам. Вот дерево стоит, захиливает. Грипните, бейте его. Боже, есть мазохисты, что пошли с Фрей. Владик, блядь. Я сколько не ходил и с нашими. Это вообще проблема всегда на этом трэше было. Стойте, вот, ребят, справа цветки идут на вас, вы уже рветесь куда-то. Сначала цветков вот справа сейчас залеете, сразу большого грипните на себе. Давай, танки, влетаете, большого грипайте. И теперь маленький. Теперь влетаете, так как у нас сейчас один танк пока что. Сейчас должен второй уже подлететь.
Разверните на пульте, пожалуйста. Ведь сейчас ебанет в рейд, вы охуеете. Либо касты сбивайте, касты, станы. Что за лаги? Слева мобы, их тоже надо. И сначала цветочки маленькие залейте, там большого нету. Сначала маленьких, потом играем, естественно, в триаду. В нимф. Их обязательно надо убить, потому что иногда они пулятся. Пояс, естественно, рольте кому надо. Или, ребята, убирайте, или алгалону вы посмотрите, пощупайте. Это было бы неплохо. Здесь, по-моему, щупать вообще некому. Кого пощупать надо? В порталы не войдут. Не войдут, думаю. Вообще нет. Поставь шкаф. Метку поставить на челика, и все войдут сразу. На портал метка не ставится. На челика. Челик зайдет в портал, а все остальные за ним. Кон зайдет, и метка спадет. Ебать. Нет, а чего вы не даете шанса-то людям? Ладно, тогда он станет за портал, он станет за портал. Они побегут к нему и тем самым пробегут через портал. Так сойдет? Видишь, какая изобретательность? Изобретательность, когда они просто по меткам смогут зайти в портал. Смотрите, ребят, толки-то сможешь танк спекнуться? Сразу убьем с первого транка. Спекнись, пожалуйста. МТ-шит Альва, ОТ-шит Мишка, естественно. Что касается мобов. Бафы раздай. Рыбу ставлю. Кушайте. Целый лосось. Ну так вот, короче, что касается. Водяного играют все ДКшники, у нас их... 1-2. По губам играет в ДКшника. Лема играет в ДК... ну, то есть водяного, имею в виду. Элементаля. Но остальные, естественно, клеивают и по анонсу свечиваются. Без анонса тоже. Учитель альта табаться и так далее. Смотреть за ХП. Босс простой, бьем в хейме, если все прям... столько плохо, то не Лони, Аква, понятно, спасибо, что спойли. Не бейте босса, дайте поставят. Не надо его бить, зачем? Поехали, через фотоплеты остальные играйте. Через водяного люди названные, которые будут сбивать казу. Дерево сзади рейда свичнулись, убили. Хотоплету стан, поехали. Залили их от обоих, быстрее, быстрее. Давайте, давайте, успевай. Мы в хайм закрываем, да? Да, 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 да. Все, молодцы. Линковать не надо. Три ходки по трясным, понимаешь. Не бейте босса. Он на прошлом КД тоже падал, да, 10 раз? Да-да. Берегитесь. Стоп-каст. Три ходки встаешь, нет? А бомжей сдал Себаст. Хорошо. Кто сдал, тот сдал. Дерево залейте сначала. Кастер рассосите, чтоб цветочки вас не шотнули. Ничего страшного. И выводи за желтого луча. Разбегитесь, ребят, сейчас цветочки будут лопаться, вы охуеете. Или офигеете.
Ну, очуметь точно. Дистанцию держим. Хорошо. Пехотки поднимаешь турбодена. Стоп-каст, не вставай. Поднимай. Из-за желтого луча вышли. А, Мишка, поднимаешь Нелони. Турбодена, не встанешь, пизды получишь. Дерево залив. Большого игра. Стоп-каст. Хорошо, бьем. Дерево залейте, пожалуйста. Дерево быстрее залили. Кастеры, все хуястеры, милики и так далее, быстрее. Естественно, вестник, поднимаешь штуку. Цветочки бомжей сдали оставшиеся? Если нет, то учить катить фрост, ну, всякую хуйню сдавать. Из луча выходить самое главное. Гимна хп дал, добиваем сухо. Дерево залейте. Дерево, ребят. Или дерево. Цветочки аккуратненько с дистанции убиваем. Меня последний цветочек. Поцелуй его в щечку. Носик. И любой цветочек растает. О, это так мило. Вестник, подними штуку. А обратно играем через хотоплета. Затамтесь, пожалуйста. А дерево залили быстрее. Дерево залили. Молодцы, кто увидел. Через хватоплёта. Грозового больше дамага дали. Больше в грозового, пожалуйста. ШП прожми, Мас. Угу. Да вроде хвалы. Хорошо, молодцы. Или я долбеб, или вестник, ты здесь, нет? Дерево залил. Вестник тут, нет? Понятно. Чё, он АФКшит, короче? Теперь понятно. И он умер, блядь. Заебись. Играем дальше. Ничего страшного, все нормально, ребят. Берегитесь. Может, вылезку. Дерево залейте быстрее, дерево. Чат хоть вышли, ребят. Ну, ебать. Большой залили. Босса быстрее подводи, в босса играем. Или стоп. Чё за дебаф? Где? Из лучей выходим. Геру сдали, играем босс. Выбежали, перебежали. Давай. Стоп каст. Давай, поехали.
перебежали. Перебежали. Дерево залили? Нет. Я понял, босс захилился. Бьем дальше. Перебежали. Ну что вы говорите, пизда, у нас 6 миликов упало. Точнее, 6 ДДшник. Перебежали. Дерево залили, быстрее. Перебежали. Дерево залили, перебежали. Кто знает, у меня молодцы. Стопкаст. Стапл рейду. Перебежали. А лучик из луча в воде, перебежали. Перебежали. Стопкаст. Нет. Дерево залили. Стопкаст. Дерево залили. Перебежали. Это был луч танк. Перебежали. Перебежали. Лучи из луча вышли аккуратненько. Перебежали. Дар. Дерево залили прям под боссом. Перебежали. Брат, что за лаги начались? Такие жуткие прям просто. Перебежали. Стоп, кат. Перебежали, перебежали. 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 Дерево. Да, дерево, ребят. Фрей. Угу. Залили, да, дерево, да, быстрее. Да. Успеем. Быстрее. Ох, красавчик. Стопкаст. Перебежали. Пол рейда пизда. Ничего страшного. Добиваем Фрей. Бля, давайте, давайте, пацаны. Переб... Угу. Перебежали, давай, 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 давай. Ёбаный рот, давайте. Пиздец, ребят. А, блядь. Убили, убили. Это я ебу. Ставлю ответиться, но опять же. Так что хуй чё. Да, ребят, это нихуя себе. 5 ДДшник, которые сдохли, ребят. Вы молодцы, подвели, ребят. Кенджалик 239. Неплохо-то. Хороший, так я сказал бы. Я тоже вот думаю, понимаю. Владику не давать, он не заслужился. Не насосал, да? Не насосал. Кинжалик за ГП, естественно. Остальные бежимся уже на... Кому не надо, что ли? Давайте быстрее. Чё, на это? Вадик, тебе на мейн? А, понятно. Лони ГЦ. В искру? Бычку на ложку, че? Давайте быстрее. Мимирон, кто у нас остался? Мимирон и Везакс. Думаю,
Шо, Денчик, может попробуем все-таки алгалоны? Давайте Везакс убьем, самый простой босс, где нету ни мобов, никого. Угу. В обычке его убьем, а потом уже по РЧ посмотрим. Рольц. Зомби, давай пожарника. Да ты же жахнул, что ли? Тут на Фрейд он дохнут, ребят. Не-не, реально, ну нахуй, серьезно. Ой, Владик, я не могу с тебя просто. Это если было бы там освоение, феение, то можно сидеть тупо на нем, базара ноль. Нафиг оно кому сейчас надо? Потом все убьется, потом вы же с новым контентом его бурстанете просто. Ну давайте тогда Везакс в ХМ закроем. Если бы залговым. Так сейчас я тебе говорю, убьем. А, так, кстати, у кого травничество? Рольте. Рольте давайте. Беги сразу к Фрейе. Кто выролил? Беги, шаман. Раскрывай сундук, дуй. Ни одной боешки, я ее. Че, серьезно? Сейчас Мимирона упадет. Очко плащ. 226-е. 226-е токены. Нелони, братик, я же говорю, у нас было сговорено, так сказать, время по вашему голосованию. 4 часа это максимум. Следовательно, если мы начали в 2, то уже прошло 2,5 часа. Убиваем Мимирон по желанию. Если вы хотите, мы идем на Везакса, или на Алгалона. А так, если что, мы идем на Везакса в Хэме. Потраем, нет. Потом идем убивать Тионе обычку и все, на сегодня все. Рома не трогаем. Кого? Мимирона? Мы... Время? Это все на время, пожалуйста. Будет желание, пожалуйста. Слушай, у меня какая-то херобора, которая предлагает мне выставить на торги этот ларь. А, Владик, ты просто не веришь в людей, вот и все, признает. Сейчас, секундочку. Ты ЕПГ по лутмастеру включил просто. Так во мне ответ нет стоит, он без ЕПГ лутмастера. Херня, этот предмет вам не подходит. Бери, бери. Пробуй еще. 25-я алхимка. Ну вот он забрал, по-моему. Не, я объявил роб. Ну и забирай ее. Правая кнопка мыши на свой ник. Офигеть. Почувствовал себя роб. Савчик, рыбу кушайте. Суть в чем в этом боссе. О, босс очень простой. Мишка, если есть офспек, спекайся. Естественно, здесь боль не надо. Альва знает, как танчик. Убиваем в обычке. Весь рейд рассасывается. Кастеры по кругу. Хилы тоже плюс-минус так же, чтобы доставать до всего рейда. Убиваем в обычке. Мы нигде не сбегаемся, естественно. Когда скажу бомжей, сдадите. Всякая хуета. В обычке он сейчас самый простой. СС также раскидаете. Блин, тут же нету ворот, я добежать успею. Есть ворот, ты беги, это просто так. Он еще болтать будет. Мефистофель, Войд, три ходки. Да тут СС разве нужно? Нет? Хотя, ладно. Вова, на себя повесь СС. Сейчас, подождите, ждем шамана и начнем. Все, давай, танк пошел. Весь кастеры все уже рассосались по всему кругу. Не стоим, друг друга не чилим. Первая фаза, милики, когда идет шоковый удар, все отбегаются. Все должны держать рейндж 10. Не держите рейндж 10, хилы охуевает, и вы это вайпрейда, так сказать.
Вторая фаза это пулеметный обстрел. Беги, малыш! То есть, мелики разбежались. Молодцы, брат. Только баксы понятно. Возвращай босса обратно, пожалуйста. Всегда возвращай босса обратно. Выбежали все с центра круга. Что происходит дальше? Будет пулеметный обстрел. Две такие пушки будут смотреть на вас. Он кружится по часовой стрелке. Все надеются, знаешь, что такое часовая стрелка. Следовательно, нужно убегать от пулеметного обстрела. Будет красный войд зона. Из красных войд зон мы выбегаем. Что-то они ныне взрывают. Электрон. Дальше. На четвертой фазе все локи играют в голову. ШП, совы, элеем и ханты играют в грудь. Бомжей сдали. И остальные мельки, естественно, вниз. Маленький гном, да, долго пиздит. Пулеметный обстрел. Ну-ка. Нихуя себе. Прикинь. А то ты в хэви, можно было трейдить. Люди вообще-то сюда пришли закрывать контент, а не просто так тут посидеть. Особенно Владик. Понятно. Будет бомбо, танк, ловишь бомбо, но ты все эту хуйню знает, естественно. Когда убиваете мелкого, здорового такого хламобота, так сказать, или я не знаю его точно ник, у вас в инвентаре появится такая хуета, которую вы нажимаете правой кнопкой мыши, и босс спускается, ну, голова вот этой, вы в нее заливаете. Танк за танк, ага, молодец. У меня такое ощущение, как будто сейчас время, наверное, часов 9. На, пасмурно на улице просто. Да не, просто я... На, пасмурно, да. Просто ты уже в шоке? В шоке, блядь. Ты в шоковом ударе? Конечно, с утра коньяк начинать пить. Это, блядь, мне позже давно показалось часов 9. И в Каражане, так сказать, опять не улыбнулась удача. В смысле, два пояса золота, блядь. Молодец, блядь. Мы эти два пояса лутали по КД, если ты помнишь. Ну топ-контент, ебать. Потому что мы просто достойны, но только на пояс. Мобов долейте, с центра отойдите. Мелики играют в Левиафан, и все то же самое будет, что вот эти предыдущие фазы. Мелики в Леофана, все кроме локов играют в грудь, локи играют тупо в голову. По анонсу буду говорить, когда кто свечится, дистанцию держите, спасибо. Спасибо, пожалуйста. Не за что. Вон, Артон пошел, шкатулку покрутил, упал кондер, упал этот... Да я ебал таки. Выбор гер слал, блядь. Ой, гера этот обычно, блядь. Кучка. Пошел на ДЦ, взял Триню 232-ю со шкатулки, и все хорошо у него получается. И не надо больше никуда ходить. Как минимум. Три ходки Ларию подними, пожалуйста. Пулеметный обстрел, блядь. Кто умрет, тот лох. Все понятно с вами. Боитесь? Голову стоп. Все играют в грудь. Все играют в грудь. Стоп, голову.
Геру Нет. сдали, играет в грудь. А зачем? Ну что у тебя такое? Потому что мелики разбежались, мелики молодцы. Все, доливаем, давайте, давайте, блядь. Душите этого змея. Ну, долили всю хуету. Ой, какие молодцы. Дохнут одни и те же. Да, ничего не меняет. Стабильность. Даю РЧ, кто за, идем ебаться с Алгалоном. Кто нет, тот нет. Идем дальше, значит. За Алга. Ой, сейчас Владик нет нажмет, конечно, да. Да какой Алгалон, вы чего? Да тут уже 10, даже больше человек минус. Идем, значит, на вес. Рукавицы рульте. Вот тебе и плащ боешься. Наконец-то. Разместим, так сказать. А могли Вестник? Бы РЛу забрать оттуда осколок? Да, ничего страшного. Вестник, приходки, перерольте. Там же две штуки, может нам двоим просто отдать. А, ну базару ноль. Базару ноль. Я что-то не смотрел другое. Слушай, Джомби. А-а-а. А можно позвать, ну, если есть место, сову моего бро? Ну, позови, кому поможет. Можно? Да? Супер. Зюгеля? Зюгель, что ли? Зюгеля, да. О-о-о! Ну, вы сами знаете, почему. Я понял, все, вопросов дольше. Джомби, мы скоро всех яйцев сюда перетащим. А, не говори, Джомби, надо ухо востро. И не дал мне, ты дал мне, Джомби, дал? Гереместу дал? Да-да-да. Бля, а вы же Альянс, да? Бля, забили. Да? Все, пизда, хуй. Так Ренегата? Ну да не, он этот Ордынь, сейчас. Обвал. Те, кто не успел ТПшнуться, ТПшкайтесь на мусорку. С мусорки в обвал. Да, не спикнем за всего. Это все, кто? Тогда отбой все. Вестник смеху. Блин, спек, не, если есть возможность. Хотя нет, у нас Фурик ушел. Стоп, стоп, по черепу. Стоп, в крест поехал. Нет, будь в коте. А, по черепу стан, дайте быстрей. Можете заливать. Молодцы. Ну и просто играете в череп, вот и все, вот вам меточка такая. Заливайте череп, а дальше как хотите. Эти бичи вообще. Хуета. Не знаю, я что-то за него не слежу. Торекс, ты Фурик? Сразу плюсаните, кто не знает, на Везекса в хэме тактику. Нихуя вы охуевшие. Нажмите на шкаф, пожалуйста. Они счастливчики, они не видели этого. Не знают они. После Короче. Везекса... А, ладно, все говори. Ну ладно, ничего страшного. Ларри, ты ДЦ, поэтому можешь спекнуться в ШП. Убираю, если у тебя фулл 4Т4 и ШВД убираешь, массовое УИ убираешь, играешь тупо в босса. Ребят, вы нажмите, ну блин, ну чё вы ушли, нажмите на ТП. Штука баксов, что касается тебя, убираешь из ротации лужевую свою массовую вот эту вот и вихрь. Плюсу, если все слышите. Хорошо. О, Олег. И Алёбушка, охотник. Убираешь из ротации свои ловушки, если вдруг ты их прожимаешь, они у тебя есть в ротации. Массовые свои скиллы. Тупо на поле вижу босса на танка, и все. Это вам, это
данной ротации, плюс-минус метки я вам раскидаю, и вы будете по ним уже бегать, ориентироваться. То есть из ротации я вам сказал, что убрать, что не убирать. МК кинь. Дальше. Все поворачивают рейд направо. Да вы, блядь, побежали, Алёнушки. Убраться мы ванушком. Дальше, слушаем. Штука баксов. Кидаешь покаяние в трусы. Успокоишь своего, как говорится, штуку баксов. Ой, спасибо большое. Штука банк, баксов блядь, давай, в луну. Спасибо, а? Алария, банк, да, в ШП. Баночку тебе? Штука баксов, контролишь луну, покаяние. У меня, смотри, у меня остается одна настой ледяного змея. Гримест, ромбик. Локи, балет или металя. Сумеречного стража просто корни кидайте. Играйте в череп. Теперь паладины, которые слышали. Давайте, я говорю метку, вы плюсуете. Трусы плюс. Прослушал. Интересно. Луна плюс. Понятно. Вы ебанули, что паладины на. Ну я ромбик, я помню. Гремест, я сам понял, что ты ромбик. Я жду. Прекрасные паладины. Охуенный. Бурябай, слышишь? Начили на расслабоне, пацаны. Хорошо, не слышат, хуй с ним. Хорошо, не слышат, заебись. Потрясные трусы, слышишь? Олег. Да. Тебе дать фласку, змея? Тоже, блядь, не слышит. Потрясно. Ёбаный в рот. Что будешь делать с этими половинами? Масло всю жизнь, нахуй. Масло есть? Нету. А роги вы умеете? Надеюсь, вы шарите, как кидать сап? Плюсаните, если шарите. Спасибо. Где? Блять, вообще все сложно с контролем. Ладно, короче. Не, масло оставь себе, не надо мне. Ромбик, у нас контроль есть, короче. С ромбика перепрыгиваешь на трусы, кидаешь ему покаяние. Принял, плюсуй. Тихоходка, кидаешь ромбику жабу. Луне кидает си. Или я уж неправильно знаю. Так я овцевать как. Могу, что же, в принципе. Овцуй плюс-минус, без разницы. Штука баксов, да. Чё, блять? Грим, а ты по кому кидаешь? По ромбику. А чё, штука баксов очнулся, что ли? Я ебал, блядь. Короче, луну контролят все шаманы, маги, всю хуету вот это скидают. Я не знаю, кто слышит, кто не слышит, блядь. Борябай, ты чё, проснулся? Тоже, что ли, проснулся? Ёбаный в рот. В луну кидай покаяние. Охуеть, паладин, блядь. Давай, танк. Паладины побежали, пока я не скидываюсь. Дальше просто сумеречного играть, естественно, молодцы. Потом ромбика в рейд. Ромбика. Молодцы. Дальше трусы. А луну кто-то цепнуха ёбнул, ничего страшного, в луну играем. Да, ребят, контроль я уже вижу, вы можете выбивать. Сейчас главное, чтобы ретрики уешили аккуратно на везексе. Я чувствую, очком будет. Короче, играем в череп, звездочка потрясный. А, трусы сдает у нас штука баксов, ромбик, грим. Бурябай по трусам сдаешь, я не знаю, потрясный слышит, не слышит. Мне похуй, за контроль эти цели уже.
Давай, паладины, пошли. Штука... А, да, бля. Сумеречная игра. В ромбик свичнулись быстрее. Вышел с контроля. Дальше заливаем, естественно. Отпустите, пожалуйста. Трусы свичнулись. Кто в трусы начал играть раньше времени? Я, Дэн, извиняюсь. Кто по трусикам спец? Я по трусикам. Ну, получишь по трусам, получается. Вот там, блядь. Тебе по трусам поиграть хочешь? Я случайно. По трусикам начала играть? Да. Ой, блядь. Чё, а чё, прям всех? Ну, там уже челик АФК пошел. Да-да, всех зачистим, чё страшного. Звездочку потрясный, ромбик грим. Да, дальше похуй. Давай, поехали. Пошел по трусикам играть. Вот видите, чтобы до АУЕ не было, ребят. Зачем вы провоцируете? Он сам вышел из рейда. Кто? А кто вышел? Череп, череп. А ты в кого играешь? Я играю в сумеречную. Ты все трусики ищешь? Нет. Трусики, не трусики. Давайте, да, вот, молодцы. У меня уже есть усики, так что хватит. Усики? У меня есть и усики. Один уже сделал проходку. Аня, не пукай нас, блядь. Усики в трусик? Так это Владик, он усики отрастил себе. В ромбик играть. Я причем тут, Владик сам напросился, я вообще ни в какую не... Нихуя, а чё, так можно напроситься? Ну, у Владика спрашивайте, он вас проконсультирует. Ребята, у кого-то Дживс есть здесь? Фломобот есть. А кто выкопает руду, если я за ролю? Вот сейчас, секундочку, ребят, давайте у кого рудокопы рольните быстрее, что по справедливости. А если рудокопа нет, может кто-то мне выкопает? Нет, конечно. Почините, Джив стоит, возьмите реги. Ух ты, алло, получается, где твои руды? И поздравляю. Идите безлик вагрить. Эй, Мефистофель. Хорошо, ух ты, а то это не ролить начали. Алло, сорян. Толкин, забирай вот самую первую руду, сразу иди лутай ее. А я второй. А ты другую иди лутай. Все, я пошел другую, да. Иди лутай, пока кто не спиздил. Хуй там нахуй. Ой, Вова. Беги, Вова, блядь, беги. Меньше пизди, да. Че, спиздили, Вова? Ебать, я по-честному паролем, блядь. Я бы уже так... Блять, Володя, ты реально проебался, что ли? Ну-ка, это пиздец. Тебя выебали? Чё? Господи. Ой, извините. И мне послышалось, я клянусь. Это Володя, блядь, ты не такой послышишь. Мне кажется, коньяк возымел силу, да? Или что там, ликерчик у тебя? У меня? Ну. Вообще-то это Денчик пьет коньяк. Ух ты, нихуя себе стол стоит. Ага, прикинь. О, нихуя себе, мат есть. Ну-ка дай-ка штрудель. Отдай свой штрудель, мат. Когда ты говоришь, Олег уже думает о своем штруделе. У него уже руки под столом, поэтому как бы... Тут... Там все сразу же. Thank you.
Один раз пробуем ХМ. Давай два. Ну, один раз это не серьезно. Но у нас 20 минут. У нас еще Оня. Не, ну один раз может быть что-то там, кто-то там. Если что-то там, кто-то там, то можно убить и в 20 стил. Нет, ну в смысле, я имею в виду, первый раз всегда бывают слайки, поэтому. Ставим рыбу, кушаем. Суть в чем? Весь рейд, пока танк, альва. Танк у нас альва. Естественно, Мишка спекается в любой другой спек. Вот. Как происходит? Весь рейд, хилы, танки, ДДшники стоят в кресту. Танк пулит, поворачивает босса спиной к рейду. Там вот где сейчас он стоит, плюс-минус два шага, естественно, к воротам. Летит лужа, мелики идут бить босса. Кастеры, естественно, разбегаются, хилы встают в треугольник, и кастеры встают в крест. Все. Дальше я просто ношу, кого летит. Если летит в хилов, то хилы убегают. Если летит в кастеров, то кастеры убегают. Если я называю, допустим, ник, то ник убегает за рейд. Прям говорит, съебись нахуй. И он такой, я ебал нахуй. А лок, естественно, можете поставить портал. Типа вы самые оперативные. Маги там, порталы. Есть у кого-то ботиночки. Чего штука баксов? Какой ты чё? Также Локи, Т4, убираете свое. Я не знаю, как оно правильно работает. Со, убирайте Т4, там, Старфолы свои. Ретрики, убивайте Бурю, лужу вот эту свою хуёвую, блядь. Фурики, Вихрь, Клёв. Роги, Череду убирайте, юзайте, если только нету сферы, естественно. Там, ловушки вот эту всю хуйню вы убираете, чтобы не было никакого массовой. Зелёной сферы, если заливается, рейд вайпается, все. СС и также раскидайте, в три хила идем, не ловите лишний урон. Поймай лишний урон, это вайп. Встаем все в крест. Давай, Альва, пошел. Отводи, отводи дальше. Дальше отводи. Отводи, 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 отводи. Еще, еще, все хорош, все. Бля, хуево кинулось, забери. Никто не бьет каст. Никто не бьет, там лужа, никто не бьет. Стоим, ждем. Разбежались, разбежались, хилы в свою метку. Кастер вернулись в крест, играем в босс. 5, 4, 3, 2. Кастер. Войт убежал, хорошо. Будете вот так лишний урон лутать, хилы вас будут хилить, просто не будут и все. Ну, хилы пусть на Роману не тратят. Разбежались, разбежались, кастеры, кастеры, кастеры. Встали. За гром следите, босс не таунтится. Кат. Разбежались, кастеры. Ребята, ауи, аккуратно. Тихоходка с рейда. Быстрее, 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 быстрее. Так. А, хилы, 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 хилы. Паладины. Хорошо, на край встали, на край трусов встали. Паладины, вот блядь! Чё, залили что? Ну почти, чуть не убили, чуть не убили. Разбежались кастеры, кастеры разбежали. Ближе к кресту встали. Хилы. Ровно в кресте был лужа. Крест стали. Хилы в трусы вернули. Джомби выбежал. Кастеры, 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 Вова, кастеры. Вова, ты идешь агро, смотри, пожалуйста. Я понял, я раскол продал. Кастеры. Пять,
Цепнуху перестали юзать. Джомби выбежал, вестник с рейда. Рэм на хилов бежит, на хилов летит, нормально бьем. Ближе к трусам встали. Хилы в крестик, если есть возможность. Триходки, в крест летит. Понятно. Трусы летело. Братненько ближе к кресту встали, войд с рейда. Альва умер, ничего страшного. Блядь. Серьезно? Казбейте, играйте. Казбейте, играйте. Босса не бейте. Угу. Сейчас поставлю. Играйте, Геру сдали, в голема играйте. Тоже не знаю. Там танк умер, да. Ебал я его в рот, отъебись. Ладно, хуйня тут все. Хотя Альва жив. Он уже не нагрит. А его ж вроде никто не бил. Пусть не бьют просто. Вообще никого. Играйте, играйте, сранит его просто. Играйте и разбегайтесь от него, и все. Просто в голема бейте. Алло, ты просто хуярь босса и все. Ну он на боссе уже не наберет. Может, когда-нибудь наберет. Ну, когда все сдохнут. Да нет, хуйня дело, жить, давайте время не тратим. Ну вы поняли, ребят, как бить, надеюсь, чтобы я вам потом мозги не мог. А что, в итоге убили, да, саранитовую хуйню, да, как я понял? Нет, нет, почему? Все нормально. Все хорошо, просто танк не прохилили и все. Мы же в 3 хила идем. По рекаунту 2 хила. Ну, ДЦшник. А, ДЦшник в ШПшнике. Тогда я не понял. Мысли, что, серьезно? РМ, Триходки, Лария, Вестник. Ты в ком? А что, теперь в обычке бомбить или что? Вестник, Сова, Фурик, Торекс.